Отскок, вращение больше, все как бы, ну, контроль. Отскок и вращение лучше, значит, не пропустишь ни один пинг-понговый мяч, говорит Егор Петров. Юному спортсмену всего 13 лет, а он уже дважды чемпион первенства края и призер турнира Сибири по настольному теннису. А сейчас тренировки станут еще качественнее. Ведь в секции, где занимается воспитанник, появилось новое спортивное оборудование, которое позволит завоевать не одну золотую медаль. Ракетка – это на самом деле индивидуальная вещь. То есть у каждого спортсмена должна быть ракетка под себя. Результат, ну, приходит с тем, что, ну, ты должен сам заработать, ну и инвентарь тоже важен. Два теннисных стола профессионального класса, а также специальные накладки на ракетки, которые помогают правильно направлять мячи. Спортивное удовольствие не из дешевых. Один такой стол для пинг-понга стоит чуть более 100 тысяч рублей, рассказывает тренер Владимир Вахмянин. Теперь все это новое оборудование в распоряжении юных теннисистов спортивной школы Олимпийского резерва. Обеспечить бюджетную организацию профессиональным спортинвентарем помогла компания «Красноярск Энергосбыт». Это качественные столы и непосредственно они дадут толчок к тому, чтобы дети показывали более высокие результаты. И, соответственно, я думаю, что в скором будущем у нас будут появиться новые чемпионы, новые призеры. Энергетики ежегодно оказывают поддержку некоммерческим организациям. В этом году на благотворительные цели Красноярск Энергосбыт намерен потратить 3 миллиона рублей. Светлана Чернышевич, Виктория Столярова, Михаил Ткачук. Новости ТВК.